Оказавшиеся в изоляции из-за коронавируса, люди по-разному проводят время, но некоторые не забывают места, дорогие их сердцу. Так, воспитанник республиканской школы боевых искусств «Пять сторон света», китаец Яо Ялай, отправил свои родные пенаты, защитные маски. Получив их, директор школы решил передать маски руководству Буйнакского района. Защитные средства были переданы на посты, где несут службу работники полиции. Они, в свою очередь, с напутствием раздали маски водителям и пассажирам. Часть из них будет также передана в медицинские учреждения района и в отдел полиции. Мальчик, который у нас тренировался 30 лет назад, китаец. Ялэ его зовут. Яо Ялэ. Спросил, ну как у вас, может вам что-то нужно? А мы, как раз масок у нас не было. Они говорят, хорошо. И прислали 20 тысяч штук.